Ну, Сергей, давай про семена потом поговорим. Так. Татьяна Ведро, я так и не смогла вам на сайт отправить. Звоните вечером, вернее, завтра в любое время, как созвонимся, так что-то там это. Не знаю, что случилось, но мы просто по телефону поговорим. Если речь о заказе, то приму заказ. Так, гостевые книги ограничения, следующий понедельник, 4 января. Ночью нормально, за 3 дня вот так мы отдыхаемся, и можно будет и не только выпить, но и второй раз выпить, и похмелиться еще раз. В общем, так, я, наверное, плохо задал вопрос по поводу вашего метода настроения ментора. Я имею в виду, как вы к нему пришли. Метод тыка. Не на пустом же месте, не случайно. Ой, я сейчас не смогу на него ответить. Это дело в том, что мне надо вернуться в то время. А там просто так не бывает. Мне надо это. Я так не умею. Давайте в другой раз. Здравствуйте. 40-50 градусов мороза офигеть можно. В таком крае надо быть ненормальным, чтобы жить. Это где вы живете? Это, гражданка Иваненко. Из дома выйти невозможно. Ошибаетесь. Вы знаете, это, я сам, допустим, наличанин, с детства привык. Для меня 30-40, у меня даже 40 редко бывает. Но единственное, что уши, но я уши опускаю, когда уж под 40. А так, трое штанов одеваю, войлочные сапожки. Ну, и что интересно, да, первые дни мерзну, потом мерзнуть перестаю. То есть сразу адапт. О, тот самый. Вот ответ на тот вопрос. Помните? Деревья-то они как? Привыкает увеличить саморазостойкость. Я остался тот же, а мерзнуть перестал. Вот так и деревья. Вот он ответ. Спасибо, Павлина, что помогли ответить на этот вопрос. Так, чем вам не нравятся прививки, сделанные рядом с основанием толстого дерева, последующее удаление этого дерева? Знаете, у нее, как сказать, я не знаю ни одной удачной попытки. Я сам так делал. У меня есть фотографии. Вот. Такие прививки долго не живут. Даже если толстое дерево убрать. Но не живут. Я пытался как? Одни деревья имеют склонность, они вечные. Это те, что дают корневые отводки. А оно стоит, оно, допустим, 2-3 метра ему, дал несколько отводков. С виду 3, 4, 5 лет. А ему, может быть, не 3, 4, 5 лет, а 3, 4, 5 миллионов лет. Возможно, они гибнут. Ну, как они гибнут? Пришла пора, его спилили. Пришла пора, его ударила молния. Пришла пора. Оно уже такое дряхлое, что все-таки сдохло. Но оно, это же то же самое геном, он пошел вот так, вот так, вот так, вот так. И пошел до бесконечности. И идет туда, где ему хорошо. Он может тысячи лет двигаться сюда и сюда, и сюда. Те, которые двигались на юг, смотришь, погибли, а на север не погибли. Почему? Это уже другой вопрос. Там уже более конкретный получается, так? А когда дерево, оно бывает, его спилят, тогда дает отводки. А бывает, еще не спилили, а уже соблазн есть. Вот они лезут. Ну, я не знаю таких примеров, чтобы, ну, как сказать, ну, еще плюс какая-то интуиция. Ну, не вырастает второй раз такого дерева, особенно с прививки. Не знаю дальше, как говорить. А это не значит, что вы это. Я всегда в таких случаях говорю. Вы берете и на зло железу плевать. Вот он же мне же как же задает вопрос, как я к нему пришел. А это теперь я вам говорю, а вы на зло мне. Делайте прививки на эти корневые отводки. Вот. Не те, которые в метре, в двух, это понятно, самостоятельная уже саженец. А которые прямо отсюда торчит от пня. Вот. И посмотрите, и скажете, вот вы знаете, железо, он, все говорят, о, это новый Мичурин, да он, во, он это, ничего не знает. Я вот вырастил прекрасное дерево, из этого отводка. Вот на том и стоим, нам нужно все пробовать, а не соглашаться с железом. Так, что за прививка такая? Ссылка на фото в студии. Так, вах, хороший выбор. Как сформировать сувенир Востока? А это, наверное, если я сейчас нажму, то мы увидим саженец сувенира Востока. Лишь бы это был не этот. Не видео. Видео. Ага. А как сформировать? Практически он сформирован, но не очень. Дело в чем. Он настолько
он настолько урожайный, что его легко сломать. Я про это рассказывал. Это он еще только прижился, потом даст мощные приросты, потом приросты, потом его урожай ломает. Есть два пути такие, например. Я вам как раз... О, кстати, вот он, видите? Вот, видите, сколько у него приростов, можно до бесконечности. Ну, сейчас мы вернемся к вам, надеюсь, вернемся. Нет, теперь я вас искать должен. Вот тут, наверное. Ага. Значит, я бы взял вот эти веточки бесценные. Но принцип тот же, чем ближе к основанию штамба, тем они ценнее. Значит, сильнейшая обрезка. Еще раз. Я отрезал три четверти. И вам советую. Прекрасно приживется, только резать надо ранней весной, никакие другие времена, иначе погубите. Вот так. Вот. То есть вот тут, вот тут, вот тут. И ранней весной у вас уже пошло размножение по всей округе. Только вот с этого. Вот, то есть, не, можно, я бы сказал так, ну, обрежьте одну треть, ну, половину, но тогда у вас не будет полноценный прирост. Ради того, чтобы у вас были следующие поколения, то есть, отрезайте вот тут и вот тут. И у вас получится пышный куст, он будет даже больше, чем это, здесь еще сильнее резал. Почему? Я учил, мне нужны были снимки учебные. Вот. А у нас есть места, где и грунтовой воды близко. Раз. У нас есть места, где ветер сильнейший. Вот. Ломает только так. Поэтому я тут не то, что перестарался, но здесь обрезку еще сильнее. А вам я предлагаю вот такую щадящую. Две трети, две трети, две трети. Веточки весной на прививку. Я ответил на ваш вопрос. Так. Теперь мы с вами будем... Теперь мы с вами пойдем обратно. Так, ну и где мы теперь? Вот он, вебинар. Ага, мы еще здесь. Так. В общем, ответил как мог. Вам повезло, что у вас сувенир Востока. Видели, какие роскошные плоды? Там еще и формировать нечего, я вообще не трогал. Ну, тут мы с вами разошлись. Вот, вы так считаете, я так. А тот, кто наслушал или там читал, он сам решит. Следующий понедельник, с наступающим Новым годом. Я в Алуште живу. А, ну да, теперь вот это самое. Я в Алуште был, в санатории Утес. Красота, море, мая месяца, елки-палки, приезжаю, ну, накупаюсь, плюс 6. Хорошо, что я морж. Весь май, плюс 6, плюс 8. И вы меня, это самое, в Алуште зовете. Да я здесь, это, в Енисее при такой температуре купаюсь. Так что, ладно, пошутил. Нет, то, что я правду сказал. Мая очень холодное Черное море. Так, друзья, мы закончили. До 4-го расстаемся. Надеюсь, 4-го мы встретимся. Вот. Надо будет и про стратификацию поговорить обязательно. Надо не забыть. Ну что, до свидания, друзья. Спокойной ночи. Кто еще также хочет иметь такие же, как только сейчас видели фотографии, начинайте с семян, начинайте с черенков. Вот. И ну, саженцы только кто побогаче. Так, ну все, друзья. Спокойной ночи. До свидания.